Здравствуйте! Если вы уже начали изучать санскрит, то вы наверняка заметили, насколько учебники по санскриту отличаются от учебников по другим иностранным языкам. На это есть, по крайней мере, две причины. Первая заключается в том, что эти учебники предназначались для людей с лингвистической подготовкой, за плечами которых уже есть опыт изучения древнегреческого или латинского языков. И вторая заключается в том, что методика преподавания санскрита отличается от методики преподавания современных языков. И неудивительно, что обычному человеку порой трудно и практически невозможно разобраться в том, что написано в этом учебнике. В октябре этого года Общество ревнителей санскрита организует лингвистический ликбез. Вести его буду я, Трифилова Елена, выпускница филологического факультета МГУ. На занятиях мы постараемся разобраться во всех тонкостях этого лингвистического сленга и облегчить понимание тех терминов, которые употребляются в уроках по санскриту. Курс будет состоять из двух блоков, каждый по четыре занятия. В первом блоке я объясню, как строить синтаксические деревья и как их употреблять для того, чтобы понимать смысл предложений. Это универсальный инструмент, который вам поможет и в изучении других языков. Также мы рассмотрим другие лингвистические явления, такие как падежи, пассив, каузатив, каузативный пассив и некоторые другие. Каждый урок будет состоять из двух частей. Первая часть – лекционная, на которой я буду объяснять какое-либо лингвистическое явление. И вторая часть – практическая, на которой мы будем решать лингвистические задачи. Никаких предварительных знаний для нашего лингвистического ликбеза не требуется. Можно приходить так, как есть. Я жду вас.